что-нибудь слышали про криптовалюты? Так, друзья, просто мимолетом рассказывали, и все. Такую фразу даже, можно сказать, слышал, и, собственно, все. А так ничего не знаю конкретного. Ну, а как вы думаете, что это такое вообще? Криптовалюты? Наверное, старые какие-то валюты. А вы что-нибудь слышали про криптовалюты? Нет. Что-нибудь слышали про криптовалюты? Ну, естественно. А что слышали? Еще один способ убить сколько-то своих денег. Какие криптовалюты вы знаете? Биткоин, эфир. Что-нибудь слышали про криптовалюты? Нет. Что-нибудь слышали про криптовалюты? Да, слышал, да. То, что их майнят сейчас все, но я слышал, что это уже не актуально, типа, становится сейчас, что все этим начали заниматься. И что сейчас уже, надо было раньше, грубо говоря, этим. Кто подсуетился, когда они только появились, они подняли много денег на этом, когда вот эти биткоины только появились. Вот. А сейчас как бы это такая тема стала популярная, и сейчас, если заниматься вот этим майнингом, как все это рекламируют, то особо ничего не выиграешь. Насколько я знаю, там какие-то проценты начисляют на то, что какие-то операции математические там по вычислению твой компьютер производит, и тебе как бы вот сами эти, не знаю, разработчики, сами эти хозяева криптовалют, грубо говоря, за эту работу какие-то маленькие проценты типа дают. Вот. А какие криптовалюты вы знаете, вот кроме биткоина? Только нет, я больше ничего не знаю, только ее. Что-нибудь слышали про криптовалюты? Слышал, да, что в интернете появились как-то электронная валюта, все типа того, не вникал вообще. А какие знаете криптовалюты? Вообще никак. А, биткоин слышал, все, да. Все. Что-нибудь слышал про криптовалюты? Нет. Что-нибудь вы слышали про криптовалюты? Я слышал, читал, но не понимаю, что это такое. А какие-нибудь знаете криптовалюты? Нет, не знаю. Что-нибудь слышали про криптовалюты? Да, слышала. Сейчас их майнят все подряд, кому не лень. А какие знаете криптовалюты? Честно говоря, я в этой теме не особо разбираюсь. Что-нибудь слышали про криптовалюты? Да, слышал, но точное определение затрудняюсь дать. А какие-нибудь знаете криптовалюты? Нет, затрудняюсь дать.